Всем привет! Жаркая погода сменилась похолоданием. Скоро осень, а значит, начнутся дожди. Если ваш зонтик вышел из строя или просто не радует, самое время приобрести новый. Всевозможные сайты предлагают зонты по привлекательным ценам. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Перед приобретением зонта нужно решить, как вы хотите его носить. В сумке, чтобы были свободны руки, или в качестве модного аксессуара. Если в сумке или портфеле, то вам нужен складной зонтик. Его стержень складывается, и зонт становится компактным. Обратите внимание на число сложений – 2, 3, 4, 5. Чем их больше, тем меньше сам аксессуар, тем он более подвержен поломкам. Самые маленькие зонты в 5 сложений. Длина в сложенном виде сравнима с длиной шариковой ручки. Помните, малыши самые хрупкие, у них такой же мини-купол. Это дежурный вариант, который вы можете даже случайно потерять в сумке. Каждый второй покупатель выбирает зонты в 3 сложения. Это стандартный складной зонт. Если вам нужен эффектный аксессуар, обратите внимание на зонт-трость. У него цельный стержень, без сочленений. Купол более округлый, чем у складного, что обеспечит хорошее укрытие от дождя и ветра. С таким зонтом совершают прогулки. Это не повседневный вариант. В сумку не поместится, в транспорте мешает, занимает руки. Если вы выбираете зонт в интернете, сложно понять, как соотносятся загадочные цифры диаметра купола и реальность размер. Диаметр купола меряется по концам противоположных спиц. Чем больше купол, тем больше зонт в сложенном виде. Зонты с большим куполом – это чаще зонт-трость, а с маленьким до 95 сантиметров – мини в 5 сложений. Для женских складных зонтов градация такая. Маленькие дежурные варианты меньше 90 сантиметров. Стандартные – от 90 до 105 сантиметров. Защитят от ливня с ветром – от 105 сантиметров. Зонты-трости. Маленькими считаются купола до 110 сантиметров, стандартными – 110-120 сантиметров, большими для двоих от 120 сантиметров. На сайте Wildberries женский зонт сейчас можно купить со скидкой за 1216 рублей. Его прежняя цена – 3200. Механизм складывания – автомат, диаметр купола – 98 сантиметров. Зонт водоотталкивающий, с системой антиветер, светоотражающий купол, в комплекте чехол. Расцветка – розовый, голубой, желтый, серебристый, белый и черный. Длина зонта в сложенном виде – 28 сантиметров. На сайте Озон женский зонт сейчас можно приобрести со скидкой в 71% за 941 рубль. Сверхкомпактный зонт весит всего 265 граммов, продается с удобным чехлом в комплекте. Механизм механика, конструкция 4 сложения. Созданный из крепкого стального каркаса, мини-зонт обещает долговечность и надежную защиту от проливных дождей. Он обладает водоотталкивающей тканью с защитой УПФ плюс 50. Это спасет вас от солнечных лучей. Комфортная миниатюрная ручка обеспечивает удобное и безопасное использование. Зонта. Есть выбор цветов. На сайте zontshop.ru прозрачный зонт предлагают за 6300 рублей. Прозрачный зонт имеет ручку трости и украшен цветочным принтом. Удобная ручка-крюк из эко-кожи придает изделию благородный вид. Наконечник зонта выполнен из полимерного материала. Глубокий купол сделан из поливинила, который, несмотря на свою кажущуюся тонкость, отличается повышенной прочностью и устойчивостью к повреждениям. Система открытия-закрытия купола механическая, то есть в рабочее состояние аксессуар приводится исключительно вручную. Каркас изделия выполнен на 8 спицах из высокопрочных материалов. При сложении купол фиксирует хлястик на металлической кнопке. Чехлом не комплектуется, конструкция ветроустойчивая. На сайте «Снежная королева» женский зонт можно приобрести со скидкой в 37% за 3450 рублей. Бренд «Фабретти», цвет фиолетовый с разноцветными разводами. Зонт имеет форму трости с загнутой ручкой, состав 100% полиэстер. На сайте zonty.ru женский зонт предлагают за 1290 рублей. Его прежняя цена – 2650 рублей. Диаметр купола – 96 сантиметров. Длина сложенного зонта – 29 сантиметров. 8 спиц. Тип механизма – полный автомат. Принт – суета. Механические зонты открываются и закрываются вручную. Не очень удобно, но надежно. Простая система, устойчивая к поломкам. Автомат открывается кнопкой и закрывается вручную. Этакий компромисс. Полуавтомат открывается вручную и закрывается кнопкой. Таких мало. Полный автомат или суперавтомат. Это очень удобно. Открытие-закрытие нажатием кнопки на ручке. Но как более сложное устройство, имеет шанс сломаться. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами. Личные скидки.